Певица отметила, что актер должен дать возможность жить девчонкам спокойно. Уже несколько недель не утихают страсти вокруг фигуры актера Марата Башарова. Брат его жены Елизаветы Шеварковой заявил, что актер сломал женщине нос, из-за чего она угодила в клинику. Правда, чуть позже супруга заявила, что ее никто не бил, однако полиция проводит по этому делу проверку. Не исключено, что актер все-таки понесет наказание. Больше по теме. Анита Цой живет раздельно с мужем, при этом певица рассказала, что у них в семье царит гармония. Между тем, о поведении Башарова, который и ранее бил женщин, уже наслышаны его коллеги по шоу-бизнесу. Так, известная певица Анита Цой заявила, что она не знает, что творится в семье Башарова. Она добавила, что хочет пожелать актеру перестать терроризировать женщин. «Живи в кайф и девчонкам дай жить спокойно», — заметила Анита Цой, слова которой приводит Пятый канал. Интересно, что недавно Елизавета Шеваркова в социальных сетях во время переписки с подругой заявила, что собирается в ближайшее время улетать за рубеж на отдых. Правда, подписчики сразу же стали интересоваться, как она собирается отдыхать со сломанным носом. Жена Башарова предпочла не отвечать на вопросы пользователей.